преддверии 2016 года всем оренбуржцам, ну и, конечно же, нашим уважаемым арчанам хотелось бы пожелать благополучия. Благополучия в семьях. Та категория людей, которая много трудилась на благо нашей Родины и нашего города, они достойны уважения, тепла, заботы. И хотелось бы, чтобы в наступающем году они ее получили от своих родных и близких. Детям хотелось бы пожелать безопасного, перспективного детства в условиях нашего города Орска. Хотелось бы, чтобы в каждой семье воцарился мир, покой, благополучие, поддержка друг друга и понимание. Ну а в целом городу Орску и Оренбургскому краю процветание, потому что наступает год человеческой обезьяны. С праздником, дорогие!